за Россию. Торжественная церемония передачи символов победы в рамках шестого этапа эстафеты «Салют Победе» прошла в лесном городке. Самозарядную винтовку СВТ-40, ящик для переноски мин и знамя победы передали в городской округ Власиха. Воспитанники творческих коллективов подготовили концертные номера. Это и школьники, и ребята младшего возраста. Организаторы эстафеты «Салют Победе» считают своей главной целью военно-патриотическое воспитание молодого поколения. В каждом номере хотелось отразить отношение к нашим замечательным ветеранам. Вспомнить то хорошее, что привнесли они в нашу жизнь. А это самое главное – это мир на земле. Это ту победу, ради которой, в принципе, было положено очень много судеб и очень много жизней. Эстафета «Салют Победе» впервые состоялась по инициативе главы Одинцовского округа Андрея Иванова в 2014 году. Патриотический марафон стремительно развивается и уже вышел за рамки окружного проекта. К нему успели присоединиться Королев, Власиха, Руза. Все смотрят, всем нравится, что у нас такое объединение. У нас на первом этапе присутствовало порядка 70 тысяч. Когда мы посчитали по всему округу, было 70 тысяч. И с каждым годом нас становится все больше и больше. Это все ученики, все воспитанники, это все дома культуры, это все предприятия. Сохранение памяти о героическом подвиге советских солдат – главное предназначение эстафеты «Салют Победе». Минута молчания в честь всех, кто ценой жизни отстоял Севастополь. Евгения Галяева, Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».